Слово предоставляется председателю оргкомитета профессору Казянову Александру Сергеевичу для заключительного слова. Дорогие товарищи, я получил большое удовольствие от сегодняшних докладов и думаю, что и вы разделяете со мной вот это чувство удовлетворения. Чувствуется, что мы растем, что народ всерьез думает над социальными проблемами, экономическими, политическими, идейными. Поэтому хорошо подготовился, и я думаю, что у нас будет очень содержательный сборник, над которым редакционная комиссия будет работать. Тем более, что, значит, не все смогли приехать, в том числе прислали несколько статей наши дорогие профессора, профессор Золотов из Нижнего, профессор Мазур из Юга, некоторые другие товарищи. Поэтому сборник будет очень интересным. Поэтому, кто там еще не дослал свои статьи, пожалуйста, поторопитесь. В течение месяца, да? Желательно в течение вот недели. Во-вторых, значит, вот четыре конференции. Они идут по нарастающей. И я думаю, что, ну, наверное, и в следующем году надо делать конференции. Тем более, что у нас будут хорошие такие условия и поводы. Условия в том смысле, что в следующем году не будет ведь апрельской конференции, она не планируется. Поэтому, ну, тем более, что, ну, какую-то нашу, скажем, вот эту вот надо провести. Во-вторых, будет 130 лет со дня рождения Сталина в следующем году. Я думаю, вот одна из тем. Может быть, у кого... Это вот сегодня предложили, товарищи. Может быть, у кого-то другие там будут соображения. Пожалуйста, предлагайте. 100 лет Коминтерну. Да, вот 100 лет Коминтерну. Замечательная тема, и она даже новая. Мы ее мало обсуждаем. А она, конечно, достойна внимания. Поэтому тоже надо вот пообсуждать этот вопрос. И теперь в 2020 году там будет 150 лет со дня рождения Ленина. Я думаю, тоже нам ее не пропустить. Тем более тогда вот этот вот ряд нам надо продолжить. Поэтому я всех призываю, значит, не останавливаться вот на той духовной работе, которая идет, которую мы с вами делаем, а продолжить ее с тем, чтобы и в следующем году, и в 2020 году прийти нам к новым достижениям. Ну, а в итоге спасибо всем большое за участие, что собрались сюда. Я не могу.